Что-то много наговорил, да? Такое желание именно сделать красивый выстрел. Мне тогда было 14 лет. Я, наверное, пожелаю прежде всего охотникам это любить свою природу. Обычно на охоте очень рано встаем. Рано просыпаемся. Ну, кто-то готовит завтрак. Ну, я обычно езжу в компании. У меня хорошая бригада охотников, с которыми мы уже охотимся более 30 лет. Ага, и поэтому, ну, прежде всего, это подъем, утренний туалет, кто-то начинает готовить снаряжение, кто-то готовит завтрак, кто-то там кормит собак, кто-то там, ну, начинается активная подготовка к выходу на охоту. Ну, у нас есть специально наш один товарищ, которого мы всегда оставляем на базе, который, во-первых, следит за самой базой, значит, там, ну, и готовит потом ужин, ну и чисто вот это, потому что мы охотимся вдалеке от населенных пунктов, поэтому, ну, и возможно, значит, появление и бурого медведя в лагере, там, ну, у нас были случаи, что палатку рвал, там, вещи рвал, поэтому он как охранник. А иногда бывает так, что посменно кто-то там, допустим, говорит, я сегодня отдохну, а вы давай идите там, ну, чисто по желанию так. Я занимаюсь в основном ходовой охотой. А, ну, это значит, пешим порядком мы обследуем территорию, поэтому нужна очень хорошая обувь. А, хорошая обувь, хорошая экипировка, одежда, значит, ну и хорошее, конечно, охотничье снаряжение, это оружие. Ну и, соответственно, это какой-то перекус такой, чтобы был качественный, ага, чтобы был насыщенный такой, чтобы не таскать с собой там большое количество всяких банок, там этих, ну, рацион это уже испробованный, поэтому мы, как правило, берем одно и то же, ага, такие продукты, которые очень питательные и калорийные. Вот одна из самых моих любимых охот — это охота, горная охота. Это очень интересная сама по себе. Там уже как ты себя поведешь, сможешь ли ты, значит, обхитрить этого зверя, сможешь ли ты, значит, его добыть, потому что снежный баран — это очень чуткое животное, очень хорошее зрение, хорошее обоняние, хороший слух. Поэтому он очень такой, ну, желанный трофей для любого охотника, который занимается горной охотой. Сейчас не стоит, например, для меня задача там как можно больше добыть, да, как можно больше стрельнуть или что-нибудь. Просто, например, по перу, вот на охоте на водоплавающих, да, ну, в основном на водоплавающих, мне, например, в последнее время такое желание именно сделать красивый выстрел. Я в основном с отцом, с дядей, я начал охотиться, ну, наверное, лет с 10, с 11. Они меня всегда брали с собой. Ну, это, в основном эта охота была на водоплавающую дичь, на боровую дичь. Ну, потом ходовая охота была на зайца, тогда в то время, это вот 70-е годы, тогда было обилие зайца-беляка, особенно в Центральной Якутии. Ну и мы часто выезжали, значит, на заячью охоту. Ну, хоть мне и там было лет 10, 11, 12, но я тогда уже активно ходил со взрослыми, значит, ну, мне иногда доверяли ружье, я стоял иногда на номере рядом или с отцом, или с дядей, или со старшими товарищами, и тоже участвовал в отстреле зайца-беляка. Но, к сожалению, в настоящее время у нас заяц-беляк находится в депрессивном состоянии, численность его в Центральной Якутии, она, ну, желает лучшего, но, ну, надеюсь, что когда-нибудь он у нас появится. И это очень интересная ходовая охота, особенно для начинающего охотника. Да и оно вырабатывает в охотнике именно навык стрельбы. А стрельба по движущейся мишени. Ну, вот уже сколько можно сказать лет, уже можно более 40 лет я занимаюсь охотой. Ну, со временем я и вот спрашиваю у своих сверстников, у своих друзей, которые
есть помоложе, которые есть постарше. В общем-то, со временем у охотника, ну, он переходит с одной ступени на другой. Но поначалу, конечно, это было вот как добыть там, лишь бы стрельнуть, добыть там что-нибудь такое. Ага. А со временем, значит, ну, каждый охотник вот с возрастом, он уже говорит, мне нужно вот именно, чтобы было это, чтобы охота приносила удовольствие. Это само общение с природой, это само именно вот появление на охоте, время провести, значит, где-то в избушке или в палатке возле костра, там попить чай, поговорить с ребятами, с друзьями, значит, именно вот сам процесс проведения охоты. Само, например, вот, движение на, до охотничьего участка уже такое-то, и подготовка к этому. И вот у каждого охотника, ну, я думаю, что у каждого есть свои ступени. Кто-то когда-то начинал с одного вида охоты, потом перешел на более сложные и так далее. И уже с опытом у каждого охотника это появляется уже другое видение охоты. Первый у меня трофей, это запомнившийся мне трофей, это был глухарь. Значит, мы ходили тогда на заячью охоту, ну, со сверстниками пошли недалеко от поселка, ходили, значит, и на, значит, одном, ну, зашли заросли там, потом я вышел, когда вышел из этих зарослей, тут шумом поднимается глухарь, и впереди меня садится на дерево. Было расстояние где-то метров 35-40, наверное, у меня двухстволка, 16-й калибр тогда был. Ну, я разглядел, но я никогда до этого глухаря не видел. Ну, смотрю, черный, ну, понял, что это глухарь. Ну и, значит, скинул ружье и почти дуплетом сразил его. Когда он упал, я когда к нему подошел, я долго на него смотрел, любовался. Потом, когда его поднял, ну, ощутил тяжесть, во-первых, и, ну, радость именно, то, что я добыл такую крупную птицу. Ну, а потом уже далее как-то мне было 14 лет, и меня мои старшие родственники взяли на охоту на лося. Ага, ну, поехали на лося, и, ну, я там остался, значит, в избушке с одним старым охотником. Он, значит, был глухой. Была у нас собака тоже старая такая. И я на лошади, на телеге возил воду. Ну, бригада была более 10 человек. Тогда на лошадях и с собаками охотились. Ну и я, моя задача была, значит, это привезти дрова, нарубить, наколоть дрова, растопить костер, ну и готовить пищу. Я вот поехал за водой, ага, на телеге, бочка у меня там была, 200-литровое ведро, и собака за мной увязалась. А там рядом от избушки, ну, наверное, может быть, около километра, было такое глубокое озеро, в лесу оно было. Я оттуда, значит, подходил и ведрами заливал эту бочку. Ну, так поили там и лошадей для помывки, там, ну, вода всегда же нужна. Ну, я вот стою, черпаю воду, и тут собака у меня, лошадь тоже старая была. И собака тоже тут старая, там тоже глухая, полуслепая, и она, ну, охотничья собака, раньше она легендарная собака была на лося. И тут она в кустах пару раз тявкнула. Тут у меня как-то такое подозрение, ну, просто так не лает же. И там с одной стороны небольшой пригорок вот над этим озером. Я поднялся на этот пригорок и увидел, что этот вот пес стоит, облаивает лося. Причем, ну, хороший бык, рогач такой, значит, он стоит, на него смотрит, на собаку, а собака перед ним лежит. И потихоньку, значит, там, ну, он только начнет шевелиться, он там тявкнет и опять, главное, лежа и сидит на него, лежит на него, смотрит. Ну, я быстро спустился, значит, бегом побежал к своему деду. Ага. А у нас, ну, вот, 16-й калибр ружье, значит, ну, были пули снаряженные. Я ему говорю, вот я, это там, собака лося поставила. Он мне говорит, ну, иди, говорит, что ты, говорит, иди, стреляй, говорит.
Он говорит, ну вот подойди и стреляй туда-то, туда-то, мол, там, будь осторожен. Ну, я взял ружье, зарядил две пули, подошел, ну, расстояние небольшое было. Они так и стояли, этот один лежал, пес, а лось стоял, почти не двигался. Ну, я так удачно подкрался с этого пригорка. Ну, и, значит, первый раз стрельнул, ну, хорошо выстрелил ему в область шеи, бах его. И вторым выстрелом он, когда уже упал, я его добил. Опять он почти в то же место. Ага, ну тут собака сразу ко мне подбежала, я сел на эту лошадь, поехал за дедом, ну дед взял топор, ножи, там туда-сюда, мы приехали, короче, его разделали вдвоем, привезли, ну аккуратно все разделали, привезли это все в лагерь, а бригада настоящих охотников в волчатниках, мы уже были там почти неделю, и они впустую все время ходили. Ну, зверь, собаки просто зверя не останавливали. Такой перевод бывает. Ну и когда они приехали, значит, тут мы наварили мясо, тут запах этого варева, и они так недоумением, что вы там в шутку-то, что лошадь забили, мы там на тушенке уже жили. Что вы, мол, лошадь забили, что ли, с голодухи? Ну и дед-то говорит, вот пока вы тут ездили, вот Иннокентий тут, Кеша вон пошел за водой и быка завалил, а лось был очень крупный и очень жирный. Это был начальный период бона и очень жирный был. Ну, был возрастной старый бык такой, очень-очень хороший такой. Ну и тут, конечно, все там так обрадовались. И самое главное, на следующий день они меня утром рано подняли, дали мне лошадь, но, правда, карабин не дали. Я взял свою 16-ю двухстволку, посадили меня на лошадь, и я поехал с ними на охоту. И в тот день мы уже тоже стрельнули еще одного лося, собаки загнали, ну и охота пошла. Ну и типа там, вот, благодаря тебе мы размочили счет, и вот, ну и очень хорошо тот год поохотились. Ну я домой приехал со своей долей мяса, значит, ну, отец, мать очень обрадовались, мне тогда было 14 лет. Ну, и эту охоту я очень хорошо помню до всех малейших деталей. Такая интересная была эта самая. До сих пор вспоминаю ее. Особенно вот, ну, жирный такой хороший лось был. Ну, вот, начиная с 89 года, я занялся вот именно трофейной охотой. В основном это на снежного барана, потом охотился, ну, кроме этого, охотился на дикого северного оленя, на лося, значит, на бурого медведя, на волка. Ну и поначалу у меня не было такого желания там собирать какие-то. Я просто стал собирать те трофеи, которые наиболее выдающиеся, интересные трофеи. У меня, например, был череп бурого медведя одноглазого, которого вот я стрелял в Жиганском районе. Ага, он был одноглазый. Вот этот очень крупный медведь был. У него, видать, в детстве, ну, был череп деформированный, и глаз у него был прокушен, поэтому, в общем-то, вот такой интересный. Вот прямо на нем было, на черепе были видны, видать, взрослый медведь, когда. Или, может быть, поймал его, или что ли, он прямо ему прокусил. И прокусил глаз у него, видать, вытек, там он был просто затянут кожей. Ага, и череп был деформирован. Ну, очень крупный медведь был такой, ну, вот интересный трофей, в общем-то, это один из первых моих трофеев был. Ну, потом я в свое время начал собирать черепа всех охотничьих животных, которых я добыл, там, ну, лисы, песцы, там, зайцы, белки, там, в общем, я сделал коллекцию, довольно неплохую коллекцию, там. К сожалению, потом она у меня просто-напросто пропала. Ну, а в настоящее время я вот, ну, я говорю, я вот собираю наиболее уникальные такие трофеи, интересные трофеи. Во-первых, те, которые запоминаются. Ну и, во-вторых, те, которые, в общем, ну, сами по себе или по форме, или по размерам, или, значит, ну, какие-то особенности имеют.
Поэтому я пытаюсь создать такую себе трофейную комнату, чтобы потом, чисто вот для себя так. Ну и мы в свое время начали организовывать здесь трофейные выставки, это с 2004 года, но там тоже своя история была. Мы благодаря известному нашему охотоведу Антонову Егору Егоровичу, ныне покойному, он меня пригласил в Москву на вторую международную охотничью выставку охотничьих трофеев. Ну, тогда у меня была небольшая коллекция трофеев, от республики вылетели в Москву, выставили там хорошую экспозицию, мои трофеи тогда в основном получили все золотые медали и дипломы. Это была шкура медведя, череп медведя было, несколько рогов снежного барана было. И рога лося и рога дикого северного оленя. И вот потом по возвращению в город Якутск мы, с Егором Егоровичем Антоновым как-то переговорили, и я ему говорю, интересно же такие выставки организовывать, там есть свои измерители, говорю, давай мы тоже у себя попробуем это. И вот с 2004 года мы начали организовывать эти выставки. Выставки охотничьих трофеев Республики Саха-Якутия. Ну, поначалу это было общественное движение, мы формировали сами призовой фонд, чисто это было общественное начало. Мы договаривались с помещением, до сих пор я благодарен Григорию Иннокентию, он тогда был директором спортивного комплекса, и вот одну из первых выставок мы провели в спортивном комплексе по Ярково. Проводили спортивные комплексы в спортивных комплексах 50 лет победы на Орджоникидзе. Потом ЕГСХ как-то нам тоже в свое время один раз предложили свое помещение, мы там организовывали, и со временем это все начало набирать силу. Мы стали привлекать экспертов, в основном это из центральной России. Прошел обучение. Первое обучение мне довелось участвовать в ряде выставок в Соединенных Штатах Америки. Я туда возил трофеи свои. Международный сафари-клуб. Там попутно я прошел обучение, получил сертификат уже как измерителя. И потом участвовал тоже в международных выставках уже в России. Тоже там на этих выставках участвовал, получал дипломы по трофеям. И попутно прошел обучение как эксперт охотничьих трофеев. И сейчас, к сожалению, в последнее время в связи с этим ковидом туда-сюда у нас выставки эти перестали проводиться. Я думаю, в будущем мы опять возобновим это дело. Очень интересное. Еще одной из задачей этой выставки – это пропаганда именно именно натуральной, настоящей охоты. Чтобы у молодежи воспитать именно отношение к охоте не как потребителя, а именно как, чтобы охота приносила охотнику удовольствие. Уже такие времена проходят, когда охота была средством для существования. Сейчас в основном охота, особенно в центральной части нашей республики, это чисто как отдых, это как хобби, как занятие. Там, я понимаю, это где-то в арктических улусах, там, где ведется промысел, именно промысел и добыча, например, водоплавающей дичи там, или других видов, там, это именно с целью заготовки продукции для питания. То есть сейчас в основном, и во многих улусах охота уже становится как отдых. Поэтому
хотелось бы, чтобы молодые охотники, значит, участвуя вот на этих выставках, посещая эти выставки, смотрели на трофеи и уже именно подходили вот к охоте. Это не как потребитель, типа там все, что можно шевелиться, стрелять, а именно вот так вот осознанно подходить и уже как беречь свои ресурсы, хоть они и восстанавливаемые, эти ресурсы, но все равно надо относиться к ним как к своим ресурсам, которые надо потом в будущем передать дальнейшему поколению, чтобы как-то это было, чтобы все знали, что не только наши внуки там и правнуки знали, что именно вот такие животные у нас есть, и вот на них можно охотиться. Ну, уже более цивилизованно. Я, наверное, пожелаю прежде всего охотникам это любить свою природу, относиться к ней бережно, потому что, ну, сейчас в связи с вот, изменением климата уже меняются значит, и природные условия, уже меняются, значит, ну, и пути миграции, например, водоплавающей дичи, да, очень центральная Якутия становится очень мало боровой дичи, это вот, ну, отмечают все там и орнитологи, и охотники, значит, ну, какие-то виды на какой-то период они становятся, значит, их становится больше, но это не говорит о том, что они будут это цикличность, которая в природе происходит, поэтому надо относиться как-то более, ну, щадяще, что ли, к ресурсам, ну, не стрелять просто так, ага, лишь бы перевести там боезапасы, лишь бы застрелить что-нибудь, а как-то так вот, ну, более выборочно, более как-то грамотно подходить к этому. Ну и, ну, сейчас вот современные охотники в основном, конечно, используют всевозможные виды транспорта. Там, вот сейчас вот в те места, которые мы когда-то доезжали с большим трудом, сейчас уже там и на вертолетах летают, и используют малую авиацию. Там очень много сейчас этих, и в том числе и парапланы используют, и, ну, все, что, как говорится, можно использовать. Техника очень сильная сейчас стала. Поэтому таких мест, которые раньше были труднодоступны, их становится все меньше и меньше. И, соответственно, пресс охоты усиливается на животных. И поэтому как-то, ну, кроме того, чтобы любить свою природу, надо бережно к ней относиться, да. Ну, еще посоветую, значит, охотникам, ну, прежде всего, как-то это, понять, что охота – это как отдых, она должно действительно приносить удовольствие. Ага. Удовольствие для того, ну, именно по время, проведенное на охоте, чтобы это доставляло человеку удовольствие. Чтобы вот, ну, у меня, например, бывает так, вот я приезжаю когда с охоты, там, ну, несколько дней был на охоте, приезжаю домой, у меня такое, ну, спокойствие, умиротворение, там, в общем-то, такая, ну, хорошая расслабуха, это независимо от результата, добыл ты или не добыл там. И не каждая охота же бывает удачной, правильно? Это же, ну, много факторов на это влияет, просто вот. Самое главное то, что съездил на охоту, пообщался с природой, потом съездил со своими друзьями, со своими там этими коллегами, именно провели время, это уже как-то, ну, для мужчины это может быть такой отдушина, наверное. И вот хорошо, когда в семье понимает человека, который уезжает на охоту, вот именно то, что он провел с толком это время. Ага, и чтобы, ну, приносило удовольствие, радость, общение и, ну, в общем-то, можно сказать, ну, в этом небольшое счастье заключается, хоть оно там незаметное, да. Ну и потом, опять же, грамотное общение, значит, на охоте, оно это укрепляет здоровье, правильно? Особенно ходовая охота, когда там, ну, сейчас вот масса всевозможной снаряжения, одежды, обуви, поэтому позволяет, когда позволяет, есть возможность купить хорошую экипировку, так чтобы это было
чтобы приносило именно удовольствие, что вот купил хорошую вещь, съездил на хорошую охоту, в хорошей компании. Ну, что еще надо? Все.